Приветствую, друзья мои, и всех гостей нашего канала. Приятного вам просмотра. Друзья, на этот раз хочу ознакомить вас с одним из главных историко-культурных центров Дагестана. Это Ахты. Республика Дагестан в переводе с тюркского – это страна гор. Вот у нас сейчас речь пойдет об одной такой горной селении Ахты с населением более 15 тысяч человек. В самой южной части России расположен этот Ахтынский район. Это место с богатой историей и великолепной природой. Несмотря на высокогорное расположение, местность весьма привлекательна для жизни людей. И это место притягивает и нас с вами со своими сказочными пейзажами, которые влекут туристов. Здесь протекает две реки. Река Ахты-Чай делит Ахты пополам, протекая с юга на север и впадает в Самур, в черте села. А река Самур протекает по северной части Ахты. А старинные кварталы Ахты расположены на склонах горы под названием Келес-Хев, а также на участке противоположной стороны реки Ахты-Чай две садоводческо-жилые зоны тянутся на 2-3 километра вверх по берегам Ахты-Чая. В Ахтах функционируют две полные и одна неполная общеобразовательная школа, одна профессиональное училище, детская художественная школа, музыкальная школа. Также в селе есть музей, признанный лучшим музеем в годы Советского Союза, СССР. Здание, которое, как вы уже заметили, с красивым куполом, это Ахтынская джума-мечеть. Здесь в советское время в здании джума-мечети в 1937 году был открыт Ахтынский краеведческий музей, а в 1993 году музей переехал в новое здание, которое находится в центре села. Я думаю, в каждой горной селе Дагестана имеются самые красивые места для обзорных площадок, откуда прекрасные виды на горы и на село. Все здесь красиво, замечательно. И местные жители здесь доброжелательные, прекрасные. Пейзажи, конечно, очаровывают. Очень колоритный подъем здесь до смотровой площадки. Чтобы подняться на самый верх, нужно приложить усилия из-за того, что лестница очень крутая, но оно того стоит. Друзья мои, спасибо за вашу активность на моем канале. Это помогает продвигать мои труды вперед и показывать мои видео большей аудитории. Если вам понравилось, оцените видео лайком и комментарием. Это самая лучшая поддержка канала. Всех вас обнимаю и до новых встреч!